Окончательного решения об изменении пенсионной системы в России пока нет. Об этом сегодня во время встречи с волонтерами на стадионе «Калининград» заявил Владимир Путин. Глава государства впервые прокомментировал готовящиеся изменения в пенсионной системе. Президент отметил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов повышения пенсионного возраста. В то же время Владимир Путин подчеркнул, что без изменения пенсионного законодательства количество работающих россиян быстро сравняется с числом неработающих. Если совсем ничего не делать, то есть опасность для того, чтобы в пенсионной системе или для бюджета могут наступить тяжелые последствия, из-за которых доходы пенсионеров всегда будут низкими. Поэтому решение по изменению пенсионной системы должны приниматься с учетом возможностей экономики страны, уверен президент. Владимир Путин пообещал, что власти взвесят все и отнесутся к изменениям в пенсионном законодательстве самым серьезным образом, прежде всего, чтобы обеспечить интересы граждан на длительную перспективу, чтобы у них была стабильная и надежная ситуация и в экономике, и в том числе в пенсионной системе, подчеркнул глава государства.